Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, Миха, Енот, Кондрюка. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны и девчонки, поздоровайтесь. Здорово. Привет. Давно у нас не было скромника на классном канале Димас ТВ. Сейчас мы будем от них убегать и выживать. Если опять не кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня будет жесткая вахханалия. У кого слабый компьютер, я вам не завидую. Потому что будет жестко. Это не надо. Не, я немного. Я всего лишь штук 20. Нормально. Так. И я думал, долго думал, как же их активировать. Мне кажется, надо просто бросить гранату. О, давай вот так вот, например, да. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Давайте добьем уже до 1 000 000 подписчиков. У нас уже 917 тысяч вроде, или 918. Осталось немножечко. Каждый день добавляется 1500-2000 подписчиков. Давайте немножко ускорим и добьем. И будет у меня золотая кнопка. Пацаны, получается? А как он умер? А кто? Скромник. Ну, так вот умер, я не знаю. Не застряли в это. А, очень. Он за мной бежит? Нет, он не за мной бежит. И это есть очень большой плюс. Как вы думаете, как они выбирают жертву? Рандомно или... Рандомно. Кто ближе. Так я был в притирку, они побежали к вам через всю школу. И на меня ни один не загаягли. Прощай, Бенди. Ой, Балди. Они тебя замочили. Давайте еще загри. О, сюда не добежит. Вот сюда не... Значит, еще скромник убежит. Нет, там я больше поставил. Значит, надо активировать еще. А, ну вот до этого... Я за карту вылетел через забор. Первый раз, сколько записываю, такого еще у нас не было. И глупь. Так, давайте полетим сюда. Ого, их еще тут сидит. Давайте будем активировать. Помоги. Так, пацаны, пока выживают, мы будем вот так. Прям по башке где? Попал. Дима, ты где? Я там, где горка. Да... Я их активирую, гранаты по башке бью. Ого, их тут сколько. На, тебе прям по башке его. Эй, ты что не активировал? О, активировался. Побежали. Они когда не могут долго найти, они садятся и отдыхают. Вот так вот, побежали. Можно перепрыгнуть, например, как я сейчас. Видели, это было очень большие миллиметражи, но я смог. Я знаю, что один из них по-любому за мной бежит. Поэтому мы сразу запрыгаем сюда. Нет. Постоим, улыбаем. Тебе поможет только смерть. Не, я бессмертный. Не бессмертный. Мы потом протестируем. О, вы видите, как он ходит? Это разве... А почему так? Странно. О. Может, поможет? Да никто тебе не поможет. А как тебе помочь? Как? Просто помогите. Каким образом? Каким? Что нам делать? Подумайте, за мной все скромники бегут. Я могу танцевать. О, я вижу, как... Я, короче, догоняю тебя. Зря вышел. Ого, они кричат. Может, я зря сюда иду? А, они еще у горки. Эй! Не может запрыгнуть. Слышь, да? Я тоже боюсь, если честно. Беги. Ого, не орут. Вам слышно эти крики? Вы где? О, во-во-во, смотрите. Прыжок двойной. Оп, перепрыгнул. Ого! А чё так получается, что они все за ТВ бегут? Ребята, смотрите, как это происходит, смешно. Ты один, и против тебя, ну, где-то 12 скромников. О, может, ты проиграешь, они тогда переключатся на нас? Ага. Или 800 тысяч хп. Они тебя убьют по-любому с одного раза. Ладно, подам. Убили? Не. А сколько выносят? Они больно швырят. Ого, надо меня валить. Ого, не тебя бьют. Вау. Убили? Нет. На тебе. А чё они умирают? Они друг друга бьют? Да. О, так читерски по-своему. Сколько они за раз выносят жизни? У тебя 800. 1000. Ага, понял. Вот они тут еще трутся. Даже по 100 могут даже. С толпой 100 тысяч. Этот гранаты на них бросал. Эй, легче, мужики. Я же типа как свой. Прощайте. Нет, не прощайте, я живой. Давайте поставим скромника, у нас есть другой пак. Нифига себе, кабака. Достал меня на высоте. Давайте взлетим. Ставлю еще. Только эти будут скромники и немножко другой у вас склада ума. Я безопасный. Не знаю, как сказать правильно.
У нас есть вот такие еще. У нас есть... Димас, псы, где я? Вот такие еще у нас есть. Смотрите, сколько у нас мастей. О, побежал. Так, да, двое еще штук есть. Давайте кинем гранату, все-таки активируем их каким-то образом. О, они все одновременно начали агриться. Так, вот так буду стоять. А ты где, Димас? Я вот тут вот. А, убил! Да ты наверх. Я не ту кнопку нажал, я видел, так нечестно. Ладно. Я же так не делаю. А нет, они так стоят. А вот чё они не бегают? Стоит. Пацаны, бегайте, вот мы. Вот-вот, отлично. Агрится, агрился. Пацаны, просто бежите бесконечно. Угон быстрый. Хотел порвать тебе жопу. Не получилось. Ого. Так, я сейчас тебя убью через консоль, потому что у тебя жизни много. Это нечестно. Я согласен. Они мимо меня все пробежали. Во, вот теперь будет нормально. А то я вижу, тебя бьют, 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 бьют. Ты их не боишься. Это раком застыл. Что с анимацией у них стрелы? А нет, они убивают друг друга. О, смотри, видел. Он бежит за мной, пацаны, помогите! Ого, их тут трупов. Давайте просто бесконечно бежать. Посмотрим, сколько очень. Я продержусь. Я долго не продержусь. Я уже очкую. О, во! Мой шанс! Отлично! Вот что ты мне сделаешь? Ого! Может, чем много? Ауч. Да не, мне кажется, эти пожестче будут. Смотри, он его толкнул. А ты где взял? Я хочу тоже оставить. Так, давайте я поставлю немножко других SCP-шек. Можно зачистить карту? Не надо, ни в коем случае этого не делай, никогда. Не, они друг другу... Пусть убивают, а пусть. А 73-го поставил? Я. Понятно. Боишься? Нет, я сегодня уже за него играл в оригинальной игре. Так, я немножко спрыгну. Давайте отвернемся, что будет? Я бегу, прощайте. Ой, ой, тут скромник. Я самому надо подмирать. Или нет? Ой-ой-ой. Статуя замочила. Ладно, проверю. А ну, отвернись. Опа, губка улитейшн. А если за угол зайду, убьют? А! Ты чё? Блин, да скромник испугал меня. У тебя так смешно убил. Я буду бежать опять. Мы же убегаем, это же серия, где убегать надо, поэтому будем бежать. Может, машина заспала? Тут паровозиком. Вот он дурачок, как-то странно. За мной статуя. А, блин. А как я смотрю на нее? Оно не работает так. Они, если ты смотришь долго, то они сами автоматически двигаются немного, так чтобы у вас был, чтобы у них. Эй, ты че его физганом мне в лицо засунул? Пацаны, разрешаю оружку использовать. Давайте мочите их. Любую? Только не читерским, таким прикольным оружием, огнестрельным. Эй, умирай! Ауч. Это фальшивая граната. Понятно. Статуи так прикольно умирают, они просто сгорают и падают, как деревяшки. О. Бревна какие-то. О! Их прям прилетел к нему. Так. Фига перебить. Давайте, я с арбалетом. Где стол? На, в голову. Вот блин, пришел его челепиздрик. Кентушка его пришел. А, вот что я сделал за оружие? О, давайте возьмем со свежего... Пака оружка. У нас же есть? Есть. Да. Ну чё, иди сюда. Нет, фига. Да, все затих. Стреляй в одного, меня убивает сзади другой. Вот у нас есть мощный пистолет. Нет, убить! Да блин, его невозможно убить. Я уже две обоймы потратил на одну скромную. У тебя жизни, подлец. Отлично, крякнул. Он даже не крякнул, а хрустнул. Я знаю, чем попробовать их убить. Ловушка кончена. Ну чё, где? Ух ты, мега взрыв. Блин, то что ж такое, я не могу его убить.
Пацаны, вы только бомбы не взрывайте еще. Надо всю карту заминировать. Тут статуи валя... А я не сильно. Да, только один раз не сильно. Не, я не сильно, я чуть-чуть. На, им даже бедный. Ой-ой-ой, все пошло. Все активировались? Офигеть. Представляете, они еще живые останутся, я буду в шоке. Не надо. Ну да, они живые. Они тут живые, живые, да? Живые. О боже мой. Это мега бомба. Боже мой. И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.